Российский актер Никита Джигурда заявил о планах сыграть в мюзикле «Красавица и чудовище». Причем, как подчеркнул шоумен, в постановке он намерен исполнить именно главную женскую роль. Подписал контракт. «Скоро сыграю роль красавицы в мюзикле «Красавица и чудовище». Приходите, будет жарко», — написал Джигурда в своем инстаграме. Вскоре после публикации актер удалил пост, однако интерес к его заявлению остался. Теперь любопытные поклонники гадают, шуткой ли были слова Джигурды или же он действительно сыграет в постановке девушку. Сам же шоумен так ничего и не объяснил.